Что есть там, помоги, что хорошо. Что ты меня
Входя в алтарь, отдает посох и осеняет служащих в обе стороны. Так, святую воду. Да, все начинается. Приняв как его, архиерей, святой водой столкнул пуском. Чтобы он успел побыстрее. Господу помолимся. Господи помилуй. Господи Боже, Спаситель наш, сотворяя и строя во спасение рода человеческого, прими мою молитву нас недостойных раб Твоих, и удобри нас в настоящий час воежения сужденно, освящение совершившегося храма святости всего, к Твоему словословию созданному, во имя святаго великомученика святителя Пантелеймона и воздвижения в нем сотворить пропезы. Яко подобает тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Аминь. Вознесу тебя, Боже мой, Царю мой, и благословлю имя Твое века века. На всякий день благословлю тебя, и восхвалю имя Твое века века. Вели Господи, хвали силу, и величие не с конца. Thank you.
Храни Господь Святого, все грешники твои, Богу Господне Господь, что моя, и да благословится Господь тебе, Святой Его, век и век века. Господь посет меня, что же не решит, на месте злачником все время на воде покойно святомя. Душу мою обрати, настойности и правды, и мне ради своего, аще мы пою посреди тени смертной, не боюсь и зло, и посреди со мной все. Паки, преклонши колено, Господу помолимся. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже, ты вначале Христосущный, и же от несущей бытия вся приведи, и же о свете живых Христов, не престол, имея небо, землю же под ножи, и же мои силы уповели недавно начертание, Жизнь, 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 жизн
Выступи, спаси, помилуй, восстави и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Вышнем мире и о спасении душ наших Господу помолимся. О мире всего мира, благостоянии святых Божьих церквей и соединении всех Господу помолимся. О великом Господине и Отце нашем, святейшем Патриархе Кирилле, честнем пресвитерстве во Христе диаконстве, о всем прищи и людям, Господу помолимся. Об Отце нашем игумене святые обители сия, преосвященнейшем епископе Панкратии, со всею ежо Христе братьею, Господу помолимся. О еже освятитеся храму сему, и иже в нем жертвеннику сему, пришествием и силою Святаго Духа, Господу помолимся. О богохранимей и стране нашей российской, властях, воинстве и народе ея, Господу помолимся. О весе сей, граде сем, всяком граде стране, и верой живущих в них, Господу помолимся. О избавитеся нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и присно Деву Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Яко святости Боже наш, иже на пострадавшие по Тебе честных мучениц, почивающие Тебе славу, ссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Thank you.
Богу нашему во веки веков. Так гробишем я и сопом очищуся, и паче снегу берюся. Благословен Бог наш, всегда ныне и присно, и во веки веков. Святая Троица, Боже наш, во веки веков. Идет по низу до четвертого столба.
четвертого столпа вверх поднимается к первому столпу и связывается с концом. Нет, вверх. Сюда вверх. И связывается. Четвертого столпа сносится вниз. От первого столпа по низу идет до второго столпа. Идет до второго столпа, от второго же столпа поднимается вверх к третьему столпу. От третьего столпа вверх сносится вниз. От четвертого столпа идет по низу до первого столпа и поднимается вверх ко второму столпу. Затем вверх обматывается вокруг престола поверху так, чтобы было три витка вверх и поверху. Слава Богу нашему во веки веков. Теперь покрапляется. Идите. Спасибо.
Просто выносим и хлеба другого наварим. Ты что, сначала начинаешь?
Паки, паки, миром Господу помолимся. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Пресно Деву Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш, Христу Богу предадим. Господу помолимся. Господи Иисусе, Господи небесе и земли, и же святую Твою Церковь, неизреченную премудрость ознававы, и во образ ангельского на небесе служения, священничество чин на земле оставивай, Ты, Владыко великодарни, прими и ныне молящихся нас, не яко достойных сущих, а таких просите, но до превосходства покажется Твоя благость, небо пристались и человеческому роду многообразнее благодея, главизна же нам даровалась и благодеяний, те же во плоти единородного Твоего Сына пришествия, я же на земле явился, и воссияв сущего от пяти свет, спасение, принеси себя на жертву и бысть миру и всему очистилище, общники нас своего воскресения сотворив, и вознесися на небеса, облечеся ученики апостолы, як уже обещайся, силою свыше, иже есть Дух Святый, поклоняемый всесильный, иже от Тебе Бога и Отца исходящий, им же, бывши сильней, делаем и словом крещения, предавшися на положение церкви воздвигоша, утвердиши жертвенники священства, положивши правила и законы, их же мы, грешни, держащие предание, припадаем Тебе, вечному Богу, и молимся Ти, благоутробне, Твоему песнопению созданный сей храм, божественно Твоей исполни славу, и в нем воздвиженный жертвенник святый, и предложенный жертвенник святых покажи, яко нам предстоящим, ему, яко страшному, царству Твоего престолу, неосужденно служите Тебе, мольбы о нас и о людях всех, посылающим и бескровную жертву Твоей, приносящим благости, о вольных и невольных кресех прощения, во управление жития, во исправление благогожительства, во исполнение всякие правды, яко благословите Твое Пресвятое имя Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Мир всем. Главы ваши, Господи, преклоните. Бог наш, Бог миловать и спасать, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Архиерей сам зажигает принесенную свечу, ставит ее на горном месте. Сам зажигает. Сам зажигает. Зажигал принесенную свечу. Ставить ее на горном месте, возле престола. На престоле, по-моему, ставили. Ну, тут Евангелие крест икон раздаем. Вон палочки. От нее. С миром изыди. С миром изыди. Ниже вас и мире будет.
пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и присно Деву Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш, Христу Богу предадим. Всяко святый се, Боже наш, и жена пострадавших по Тебе честных мучеников, почиваешь, и Тебе славу осталаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господу помолимся. Господи, помилуй. Господи, Боже наш, верных слове всех Твоих и неложных обещаний Твоих, даровавый святым Твоим ученикам подвигом добрым подвязатися, и течение благочестия совершите, и веру истинно Господоведания сохраните, сам Владыку Пресвятый, тех молением умолен будет, и даруй нам недостойным Твоим рабом часть и наследие вместе с ними, да подражатели тех бывших, сподобився и приближающих тем благих. Милостью человека любим и ненародного Сына Твоего, с ним же благословенный си, со Пресвятым Владимиром Пречистым Духом, ныне и присно и во веки веков. Святися, Боже наш, і на святих почиваєше, і Тебе славу зсилаєм, Отцу і Сину, Святому Духу, нині і присно, і вовіки веков. Все,
яко подобает тебе всякая слава, честь и поклонение, Отцу и Сыну Святому Духу, ныне и присно и во веки веку. Паки миром Господу помолимся. Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоей благодатью. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и присно Деву Марию со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Тебе, Господи, Господу помолимся. Господи, помилуй. Господи Боже наш, иже сию славу Тебе пострадавшим святым мученикам даровалы, еже сейтеся по всей земле мощем их, во святых храмах Твоих и плоды исцеления призябати, Сам Владыка всей благиподатель сы и молитвами святых, их же благоизволилось и положение мощей, всем честным жертвенце Твоим, быть исподоби нас неосужденно бескровно Тебе, на нем приносите жертву, и даруй всем, вся же ко спасению прошение, возьмите подавай и всем пострадавшим за святое имя Твое, ежечелодействовать и тем к нашему спасению. Яко Твои царство и силы и слава Отца и Сына Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Паки, паки, преклонши колено, Господу помолимся. Господи Боже наш, иже тварь единым словом создавый, и вы же быть и приведы незреченными же образом различности юду красивый, иже наодносимое на нее твой дух направый, и солнечный сей свет на нее воссиявый, в обновлении я, иже угоднику твоему Моисею вдохновил хвалу некую изрядно приложите добрейшему твоему созданию, и рещи видите тебе свет, как и добрый, И дневно решите сей, яко же оба и мы, видящие светлейшее сие солнце, обновляющее на всяк день тварь, тя истина ко дне славит солнце, и свет твой не вечерний, и же сыном твоим нам заповедуй, обновитеся нашему естеству, святым твоим духом, яко то подару всему преподправедным воссиять, яко солнцу, тебе молимся и тебе просим, Отца, Слово Господа и Бога нашего». И безмерную Твоей милостью твари дневный закон, во образ нового завета Твоем в боговидении у Синайской горы, и купенионы дивные все несведения, и в предобрейшими храме Соломонова обновивые прия, милостивным оком Твоим призрены на грешные недостойные рабы Твои, пребывающие всем дому небоподобным, вселенней похвали жертвенницы истинно недреченной Твоей славы, и не спасли Пресвятаго Твоего Духа наны, и на наследие Твое, и по Божественному Давиду обнови, в сердцах наших Дух правый, и Духом Владычным утверди нас, и, благ... и Богу храним... Богохраним в державе нашей победы. Богохраним и стране нашей. Великому Господину Отцу нашему, Святейшему Патриарху Кириллу,
победительные победы на видимые и невидимые враги даруй, нам же единомыслие и мир, сотворшим же здание сей храма священия по любви к Тему, Тебе, Богу, тщательно оставление согрешений подашь, даруй им, я же ко спасению прошение, воздвигни я к деланию заповедей Твоих, даруй на обновление дара святаго Твоего Духа, да не осужденно поклоняйтесь Тебе, единому истинному Богу, и Его же послал Иисусу Христу, молитвы Богородицы, святаго, великомученика, целителя Пантелеймона и всех святых Твоих. Аминь. Воступи, спаси, помилуй, постави и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и присно Деву Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш, Христу Богу предадим. Яко святый си, Боже наш, на святых по Тебе пострадавших, честных мученицах почивающих, Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Исходим сейчас. Кобила. Крест. Крест. Крест, батюшки, берите, пожалуйста. Кобила, готова на крест. Подходите. Исходим с вас. Исходим. Помилуй нас, Боже, повелицы милости Твоей, молимся, услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о великом Господине и Отце нашем, святейшем патриархе Кирилле, о преосвященных митрополитиях, архиепископах и епископах, и о всем во Христе братстве нашем. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о богохранимей стране нашей российской, властях, воинстве и народе ее, да тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о блаженных и преснопамятных создателях святаго храма сего. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о милости жизни, мире, здравии, спасении, посещении, прощении и оставлении грехов рабу Божиих, Отца нашего Игумена, святые обители сия, преосвященнейшего епископа Панкратия, со всеми еже о Христе братьею и всех здесь предстоящих и молящихся. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о плодоносящих и добродеющих во святем и всечестнем храме сем, труждающихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих от Тебе великие и богатые милости. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Яко милости бы человека любит Бог, неси Тебе славу, ссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господу помолимся, Отца. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господу помолимся, Отцом Господи,
Целителя Пантелеимона, преподобных и богоносных отец наших, Сергий, Герман, Иванов, Пищетворцев, и всех святых на Валаем просиявших, и всех святых, помилуйте, спаси от нас, яко благо человека любить. Аминь. Великому Господину и Отцу нашему Кириллу, Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси, сего Бога спасаемою паствою, Преосвященным митрополитом, архиепископом и епископом Церкви Русские, Отцу нашему игумену, Преосвященнейшему епископу Панкратию, с братьями святые Валаамские обители, Бога храними стране нашей, российской, президенту, властям, воинству, народу ее, сестрам, настоятельнице, святые обители сия, всем здесь предстоящим и молящимся, подашь, Господи, благоденственное, мирное житие, здравие же и спасение во всем благое поспешение и сохрани их на многое. Оказывая огромную помощь нуждающимся,
исполняя дело слова Евангелия и те то предназначение, которое всегда должно было присутствовать в Церкви Божьей. Вот, то есть помощь больным, помощь лишенным крова, помощь заключенным в темнице и так далее. То есть то, что сейчас именуется социальной деятельностью. Это святая работа, продолжалась уже больше 20 лет. Вот, и за это время сформировалась небольшая общинка сестер, которые желали уже идти по пути делания монашеского, полностью посвятив жизнь своему Богу и ближнему. Вот теперь у них есть свой храм, есть настоятельница, старшая сестра. Вот я благодарю Бога, благодарю тех матушку, благодарю тех, кто потрудился, постарался для того, чтобы свои лепты, свой этот дом сделать возможным вот сегодняшний день и все последующие годы, когда в этом храме будет совершаться бескровная служба. Всех вас от души поздравляю. Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, Живездесный, вся исполняя сокровища благих и жизнеподателю, приди к селесевной очистенной цеки скверной, спаси Боже души нашего. Святый Боже, святый крепкий, Ты бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, Ты бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, Ты бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне пресный, во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше, святые посети, исцели немощи наши, мне Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне пресный, во веки веков. Аминь. Отче наше же, Си на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое. Да будет воля Твоя, по на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь. И остави нам долги наши, кожи мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Господи помилуй, 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 Господи помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне пресный, во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся, припадем Христу, Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся, припадем самому Христу, Цареве Богу нашему. Услыши, Господи, правду мою, во мне моление моему, внуши молитву мне стак стевых. От лица Твоего судьба моя изреточива, да видит оправоты. Искусилась и сердцем, и посетилась и ночью, искусил мне сей. И не обретесь во мне неправда. Я потребил сглаголит устам, и дел человеческих злыса у стен Твоих. А сохрани пути жестоки, соверши стопы мои в стезях Твоих. Да не подвижутся стопы мои. А с возвах я послышал вместе Боже, преклони ухо Твое мне. И услыши глаголы мои, удиви милость, приспасай, бывающий на Тебя, отвратившись ресницы Твоей. Сохрани меня, Господи, казенница ока в крови крылоты и покрыши мя, от лица нечестивых острашек мя, грози мою душу, мою держашь, и туксы затворишь, уста и глаголши гордыню, изгоняющи меня на небо душами, очи свои возложишь, уклоните на землю, объяши меня колев готов на лов, и яко скемин обитай в тайны, воскресни, Господи, притвори и запни, избави душу от нечестивого, оружие Твое, храб руки Твоя, Господи, от малых от земли раздели в животе, и сокровенных Твоих исполнящих чрева их,
насытившись сынов и оставишь останки младенца своей, а же правды и устницу ты насытившись они давить вместе славе твоей. Тебе, Господи, от его души, Боже, на тело Бога, не стыжой человек, благоволение Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь и жертву правды и возношение, и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Тельцы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже! Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже! Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Светлое воскресенье, проповедь от ангела, увидевшего Господней ученицы, и праведнее осуждение отвергша, апостолам хвалящийся глаголуху, испровержися смерть, воскресе Христос Бог, даруй мир и велию милость! Слава Си красоту, святого селения, слава Твою, Господи, утвердись во век века, и прими наше в ней непрестанно приносимое Тебе моление, Богородицею, всех животе и воскресение. И ныне пресно и во веки веков, аминь. Богородица Ты, сила за истинное, возрастившая нам плод живота, Тебе молимся, молись, Владычице, со святыми апостолами помиловать и души нашего. Господь Бог благословен Господь, день дне поспешит нам Бог спасения наших, Бог наш, Бог спасатель. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, и же и си на небесе, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Спас и избавитель мой, из гроба яко Бог воскресе от уз земнородные, и врата того сокруши, и яко владыка воскресе тридневен. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Господи, помилуй, 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 и же на всякое время и на всякий час на небесе и на земле, поклоняемый и славимый Христе Боже, долготерпеливее, многомилостивее, многоблаготровнее, и же праведный любяй, и грешный милой, и же всязывай по спасению обещания ради будущих благ, сам Господи, прими наших часи молитвы,
и исправи живот наш к заповедям Твоим, души наши освети, телеса очисти, помышления исправи, мысли очисти, и избави нас от всякие скорби, зол и болезней, огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчением их соблюдаемы и наставляемы, достигнем соединения веры и в разум неприступные Твои слова, яко благословен еси во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресно, и во веки веков. Аминь. Честнейший Херувим и славнейший без сравнения Серафим, без искления Бога Слово рошую, сущую Богородицу Тебя величаем, именем Господним Святейший Владыко благословим. Молитвы Святейшего Владыки нашего, Господи, Спасителя Божия наш, помилуй нас. Аминь. Владыко Божий, Отче Вседержителю, Господи, Сын Единородный, Иисусе Христе и Святой Душе, едино Божество, едино сила, помилуй меня грешного, ими же веси судьбами, спаси меня недостойного раба Твоего, яко благословен еси во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся, преподе Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся, преподе самому Христу, Цареве Богу нашему. Боже, во имя Твое спаси меня, и в силе Твоей суди меня. Боже, услыши молитву мою, внуши глаголы уст моих, яко чужди восторжен на меня, и крепче скажи душу мою, и не предложишь Бога пред собою. Всего Бог помогает мне, и Господь заступник души моей, отвратит злая врагов моим. Истинное Твое потреби их, волю пожу Тебе, исповедься имя Твоего, Господи, яко благо, яко от всякой печали избавил мне сина враги мои, возри око мое. Внуши, Боже, молитву мою, не презри моление моего, вомни меня и услыши меня, воскорбев печали моей святого всегласа, вражеству же не грешнича. Я поклонишь на мне беззаконие, во гневе враждовав уми, сердце мое смятейся во мне, ибо я смерти нападе на меня. Страх и трепет преди нами, как крылья тьма, и репцу даст мне крылья, как глубине, и полещу и почею, все удалися, бегая и удалися в пустыне. Чай Бога, спасающий меня от малодушия, от бури, потопи, Господи, раздели языки, яко видим беззаконие и пререкание в ограде, днем и ночью будет по стенам его, беззаконие, труд посреди его и неправда, и не оскуде, а стог его липа и лесть. Яко ащего враг поносил, потерпел бы хубу, и ащего ненавидя меня намевели речь, укрыл бы все от него. Ты же, человече, равнодушнее, владыка мой и знаемый мой, и же купно наслаждался со мной брошен, дому Божий ходив им единомышление, да придет же смерть на ня, и да снит во, и да снидут во отживи, я колуха скажи речи, как посредине, а с Богу возвал, и Господь услыша меня, вечер и за утро и полудни, повек не возвещу, слышит глаз мой, избавит миром душу мою, приближающихся мне, яко во мной тебя по со мною, услышит Бог и смирит ясы прежними, не избавим изменения, яко не убоявшися Бога, растри руку свою на воздаяние, усвернишь завет Его, разделишься от гнева лица Его, приближишься от сердца Его, умякнувши свои сои, пачи и лета свои стрелы, возверзи на Господа печаль Твою, Твою Тебя припитает, не даст своих малых праведнику, Ты же, Боже, не извинишься в сурнице сления, мужи и крови и стени приполовят дней своих, а же, Господи, уповай на Тебя. Живых помощи Вышнего в крови Бога Небесного творится, речет Господи, заступник Моисей, прибежище мое,
Бог мой, и уповай на Него, яко той избавить от сети ловче и от своей семи тежно, речьма своему осенитя и под крыле Его надеешься. Оружием обыдете истина Его, не убоишься от страха ночного, от стрелы летящего дни, от вещи во тьме приходящая, от срящая и беса полуденного, подета страны две тысячи тьма лесной тебе, тебе же не приближится. Обаче очима твоему смотришь, и воздаяние грешников узришь, яко ты, Господи, упование мое, вышнего положилось и прибежище твое, не приедет тебе зло, и рано не приблизится тебе сей твоему, яко ангел своим заповесть о тебе, сохраните тебя во всех путях твоих, на руках возьмут тебя, да никогда притнешь эхо миновы твою, на аспида и василиска наступишь и поперешь льва и змея, яко на мяупова и избавлю их, покрыли, яко познай имя мое, воззовет ко мне и услышу его, с ним и скорби, изму его и прославлю его, долготою мне исполню его, и явлю ему спасение мое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресны, во веки веков. Аминь. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Светлое воскресенье, проповедь от ангела, увидевшего Господней ученицы, и праведнее суждение отверша апостолам, хвалящийся глаголуху, испровержися смерть, воскресе Христос Бог, даруй мир и велию милость. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, страстотерпче святые, целебниче Пантелеимоне, моли милостивого Бога, да прегрешение оставление подаст душам нашим, и ныне пресное во веки веков. Аминь. Яко не имам одерзновение за премногие грехи наша, ты иже от тебе рошегося, моли Богородице Деву, многого может моление матерника благосердия владыки, не презри грешных мольба если чистая, яко милостив есть и спасти моги, иже страдать у нас изволивый. Скоро да предварят нищедроты твои, Господи, яко обнищакам взяло, помози нам, Боже, спаси наш, слава ради имени Твоего, Господи, избави нас и очисти грехи наши имени ради Твоего. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне пресный, во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресны, во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесе, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Подражатель сей милостивого, и исцеление благодать от Него прием, страстотерпче и мученича Христа Бога, молитвами Твоими душевной наши недуги исцели, отгоня пресноборца соблазны, от вопиющих верно спасены, Господи.
Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Господи, помилуй. И же на всякое время и на всякий час, на небесе и на земле, поклоняемый, славимый Христе Боже, долго терпеливе, много милостиве, много благоудобнее, и же праведный любяй, и грешный милояй, и же связанный по спасению обещай ради Божьего, сам Господи, прими и нашим части молитвы, и исправи живот наш заповедь Твоим, души наши святи, телеса очисти, помышления справедны все очисти, и избави нас от всяких скорби, зол и болезней, огради нас святыми Твоими ангелы, ополчением и соблюдаем и наставляем, достигнем соединения веры, и разум не преступны Твои славы. Яко благословен еси во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнений Серафим, без истления Бога Слово Рошую, Дочь Богородица Тебя величает, именем Господним, Святейшим Владыко, благослови. Аминь. Боже, Господи, сел, и сия Твари Судителю, и же за милосердие беспреклонной милости Твоя, Единородного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, и спаславы на спасение рода нашего, и честным Его Христом, рукописание грех наше простерзалый, и победивый тем начало и власти тьмы, сам владыка человека любче, и ими нас грешные благодарственные сия, и молебные молитвы, и избавь нас от всякого всего вечного мрачного прегрешения, и всех ослабите нас ищущих, единых и невидимых врагов, и гвозди страху своему плоти наша, и не уклонись от дес наших словеса и помышления лукавствия, но любовь Твою из души наша, да к Тебе всегда взирающие, и верно Тебе света наставляемый, Тебе неприступного и пресносущного зрящи света, непрестанное Тебе исповедание и благодарение высылаем изначальному Отцу, с единородным Твоим Сыном, и всесвятым, и благим, и жертворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благослови, Владыко. Благословенно.
мире и спасении душ наших, Господу помолимся. Господи, помилуй. По мире всего мира, благостоянии святых Божьих церквей и соединении всех, Господу помолимся. Господи, помилуй. И с верою благоговением, и страхом Божиим, входящих вон, Господу помолимся. Господи, помилуй. О великом Господине и Отце нашем, святейшем Патриархе Кирилле, честнем пресвитерстве, во Христе диаконстве, во всем причте и людях, Господу помолимся. Господи, помилуй. Об Отце нашем, игумене святые обители сия, преосвященнейшем, епископе Панкратии, со всею ежо Христе, братьею, Господу помолимся. Господи, помилуй. Благохранимей стране нашей Российской, властях, воинстве и народе я, Господу помолимся. Господи, помилуй. Посвятей обители сей, весь и сей, всяком граде стране, и верой живущих в них, Господу помолимся. Господи, помилуй. О благорастворении воздухов, о изобилии плодов земных и временях мирных, Господу помолимся. Господи, помилуй. О плавающих, путешествующих, недугающих, страждущих, плененных, и о спасении их, Господу помолимся. Господи, помилуй. Избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся. Господи, помилуй. Поступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Господи, помилуй. Пресвятую, пречистую, преблагословенную.
и паки миром Господу помолимся. Господи, помилуй. Наступи, спаси, помилуй, и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Господи, помилуй. Пресвятую, пречистую, преблагословенную. Небесное, блаженнее.
Отче святый, целебничий, возьми его не, моли милостивого Бога, для прегрешения и расслабления подаст душа. Не посыпанное, ходатай слово Царство не приложное, гнев презревешных маленький голосы, но притвори эхо благая на помощь, на сверно зовущих ти, ускори на молитвы и почися на умоление, предстательствующий при самовородице чмущихся. Господу помолимся. Человека
дел закона, но догма веру Иисус Христовую, и мы во Христа Иисуса виноваты, оправдимся от веры Христовой, а не от дел закона. Сомнению правдится от дел закона всяка плоть, аще ли ищущие правдитесь о Христе, а притохомся и сами грешницы, Христосу во греху ли служитель, да не будет. Аще бо я же разорився я, паки созидаю, преступника себе представляю, аз бо законом закону умру, на Бога жив буду, Христове, с разбякуся, жив уже не к тому аз, но живет во мне Христос, и еже ныне живу во плоти, верую живу Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себе по мне. Братие, святая звание небесного причастницы, разумейте посланника и святителя, исповедание нашего Иисуса Христа, верно суща сотворившему Его, якоже и Моисей во всем дому Его, множайший во славе сей, паче Моисея сподобися, велико множайшую честь имать, паче дому сотворимо Его, всяк бо дом созидается от некоего, а сотворимо и всяческая Бог. И Духове Твоему, и мудром. Аллилуйя, класс четвертый, молодцы, успевай, и царству истины рады, и кротости, и правды. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Возлюбил еси правду, возненавидел еси беззаконие. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Аллилуйя, глаз первый, основание Его на горах святых, любит Господь врата Сиона, паче всех селений Иаковлих. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Благослови, преосвященнейший владыка, благовестителя, святаго славного и всехвального апостола, евангелиста Луки. Бог молитвами, святогославными всехвальными апостол евангелиста Луки, да даст тебе по году вествующему силы много, во исполнении Евангелия, возлюбленного Сына Своего, Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. Премудрость Господи, услышим святого Евангелия. Мир всем. И Духа Витаемому. От Луки, святого Евангелия, чтение. Слава тебе, Господи.
паде при пути, и попрана бысть, и птицы небесные позабашае, а другое паде на камени, и прозя пусше, за не имеше влаги, и другое паде посреди терния, и возрасте терние, и подавие, другое же паде на земли блазе, и прозяб сотвори плод старицею. Сия глаголи возгласи, имея уши, слышати да слышит. Вопрошах уже его ученицы его глаголище, что из притчи сия, он же рече, вам есть дано ведать и тайны Царствия Божия, впрочем же в притчах, да видяще не видят, и слышаще не разумеют, еже сия притча, семя есть Слово Божие, а иже при пути суть слышащий, потом же приходит дьявол и вземлет слово от сердца их, да не веровавши спасутся. А иже на камени, иже егда услышат, с радостью приемлют слово, и сии корени не имут, иже во время веруют, и во время напасти отпадают. А еже в тернии падшие, сии суть слышавшие, и от печали, и богатства, и сластьми житейскими ходящие подавляются и не совершают плода. А иже на доброй земли сии суть, иже добрым сердцем и благим, слышавши слово, держат и плода творят в терпении. Сия глаголи возгласи, имея уши слышати, да слыши. Во время оно, быша обновления в Иерусалиме и зима бе, и хождаше Иисус в церкви в притворе Соломони, обыдоша же его иудеи и глаголаху ему, доколе души наши в землеши, аще ты еси Христос, рцы нам не обинуйся. Отвечаем Иисус, грех вам и не веруете, дела я же оствою, а имени Отца моего, то свидетельствует о мне, но вы не веруете, несть его от овец моих, яко же рек вам. Овцы моя, глаза моего слушают, и аз знаю их, и по мне грядут, и аз живот вечный дам им. Слава тебе, Господи, слава тебе, Исполнитель.
по помышлениям нашего Сына. Господи, помилуй. Господи, Вседержителю Божий, Отец наш, молитесь, услыши и помилуй. Господи, помилуй. Помилуй нас, Боже, по велицей милости Твоей, молитесь, услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще. Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, Спасо-Преображенский, Валамский обители сия, и пустыни сия священного архимандрита, да поминет Господь Бог во Царстве Свое, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Митрополиты, архиепископы, епископы, православные, весь священческий и иноческий чин, братья и сестер, святые, пустыни сия, да поминет Господь Бог во вас и всех православных христиан, да поминет Господь Бог во Царстве Своем. Всегда, ныне и присно, и во веки Единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия.
тело честное Твоей крови, и повинен, если свод себе я выпью, не разбуждаю тем, умилосердие Себа Господи, не облечи меня грешного. Дома не идти, прибуду к Тебе, Тебе, живодавцы, дыханиями, выживотами, город мне, мой Господь, и миру. Всего ради к Тебе приступив, я поразрешу со слезами, и душе сокрушенную. Избавление между лишениями прошу приятелями, и Твои живодатели, и не порасчитайся, и причаститесь, и не осужденно. Да прибудешь, и я тоже веклась со мной для окаянным, да не кроме бед мне для благодати, плестив восхитительной стивни, плестив от лица боготворящих Твоих словес. Всего ради к Тебе припадать, и преупиете. Я кажу блудно прияла сесть, и блудницу пришедшую, того кремя плодного и скверного щедри, душе и сокрушенно, небо к Тебе приходя, вем, спаси кайны, я кажу аз не приреши Тебе, ниже садеть я, ниже садех, но сие паки, вем необходимо величество прегрешения грехов, множество превосходит Бога моего, много долготерпения, и человек любит крайне, но милости со страсти запекающейся, и чистейшие, и светлейшие, и светотворейшие причастники общики Божества Твоего, соделывая независимые страны ангелы, и человеческие мысли, миссии души многожды. По страхом Божиим и верою приступите. Благослови, прямый во имя Господне, Бог Господи, явися нам. Я верую в Господа исповедую, яко Ты еси воистину Христос, Сын Бога живого, пришедший в мир грешный спаситель, как первый есть масс. Еще верую, как сей самое пречистое тело Твое, и сия и самая честная кровь Твоя. Молюсь об Тебе помилуй, прости при решении угодно и угодно. Я же словом, я же делом, я же ведением и любимым. Исподу мне осужденно причаститься, восставление грехов, жизнь вечная. Вечери Твои тайны, дни Сыне Божием, причастниками оприми, не по врагом Твоим тайну Твоим, не лобзай Тебя мне приму. Как разбойник исповедуй Тебя, помяни мой Господь, Господь Твоим. Да не в суд или в осуждении, будет на причащении, святых Твоих тайн, Господи, в исцелении души и тела. Свят мир.
Отче Боголепе, Дому Твоего, Ты всех вас прослави, Божественной Твоей силою, и не остави нас уповающих на Тя. Мир, мир этому дару, церквам Твоим, священникам воинства и всем людям Твоим, неко всякое даяние благо, и всяк дар совершен свыше есть, сходя к Тебе, Отца Свету, и Тебе слава и благодарение, и поклонение высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Будь имя Господне благословено от ныне и до века. Будь имя Господне благословено от ныне и до века. Будь имя Господне благословено от ныне и до века. Благословение Господне на вас, чтобы благодатью человек любит. Всегда ныне присно и во веки веков. Аминь. Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святейший Владыко, благослови. Воскреси из мертвых Христос, истинный Бог наш, молитва пречистая Своей Матери, святых славных и всехвальных апостолов, святаго великомученика, исцелителя Пантелеимона, преподобных и богвижего святых отца нашего Иоанна, архиепископа Статина Града Златоустого, преподобных и богоносных отец наших, Сергия Германа Баланских Щитворцев, и всех святых Новолаев просиявших, и всех святых, помилуй и спаси от нас, яко благо человека любит. И славе Тебе, Господа, великого Господина и Отца нашего Кирилла, святейшего патриарха Московского и Сима Руси, Спаса Преображенские Волжские обители Священа Игумена, и Господина нашего Преосвященнейшего Панкратия и епископа Троицкого, со всею яже во Христе братию, Бога хранимую страну нашу российскую, настоятельницу монахини Елизавету и сестер святые обители сия, и вся православная христиане, Господи, сохрани их на многое лето, и славе Тебе. Всех я вас поздравляю с сегодняшним радостным днем. Вот еще один храм посвятился своими лампадами, свечами. И главное, своими молитвами тех, кто приходит сюда. Божественные другие, которые мы впервые сегодня здесь совершили. Это, конечно, не может не радовать, не утешать и не обнадеживать каждое христианское сердце. Но поздравляю сегодня вас всех, все-таки хочется напомнить и то, что храм Божий, как вспоминает нам апостол, это вы. Вот. И храмы рукотворенные, они учреждены Святой Церковью именно для того, чтобы тот храм Божий, которым являемся мы, чтобы он наполнялся Духом Святым и водился Духом Святым, а не страстями, не какими-то похотями и всем тем, чем наполнена душа человека, далекого от Церкви и Христа. Поэтому будем помнить это высокое предназначение, будем стараться жить каждый день нашей жизни лучше, чем мы прожили предыдущий. Будем стараться идти к тому, чтобы вот то семя, о котором сегодня мы слышали притчу Господа в Евангелии,
семя Христовой истины, семя евангельской правды, оно не закушалось у нас ни терниями, не падало на каменистую почву, а чтобы оно приносило плод, чтобы жизнь наша была плодоносной и угодной Богу. Именно для этого мы служим в церкви, именно для этого мы приходим в храм Божий, именно для этого и сегодняшний храм, сегодняшнее торжество освящения храма. Вот. И особенно хочется напомнить тем, кто монашествует здесь, что это путь полного самоотвержения, это путь нелегкий, путь полной борьбы и искушений. Не всякий может его пройти должным образом. Вот. Поминайте наставники ваши, поминайте отца игумена Астанофия, который так много трудов положил для того, чтобы и сестричество состоялось, и состоялось подворье московское, и здесь, и здешнее подворье устроилось, и чтобы вот здесь, наконец, был храм Божий, и была бы полноценная монашеская община. Спасибо вас, Господи. Сегодня время радости у нас, и она двойная, не только потому, что этот храм, которого мы давно хотели, чтобы сегодня его осветили, а каждый новый храм это такое вселенское событие, но еще замечательно будет тем, что вы его осветили, Владыка, и сослужили вам валанские монахи, и Ольгиковские монахи, наши помощники. А вы, Владыка, если бы не вы, то ведь неизвестно, состоялось ли бы наше это сестричество и теперешнее наше. Поэтому вам благодарны чрезвычайно. И надеемся, что этот храм, он все-таки домом молитвы назовется. Спасибо вас, Господи. Примите, пожалуйста, вот наш подарок. И, конечно же, позвольте выразить тоже признательность нашей коллеге. Мы многие годы, вот нашу деятельность, о которой вы говорите, мы в содружестве с отделом социальной работы благотворительности и непосредственно с Марфо-Байдинской обителью ведем. И слава тебе, Господи, что у нас всегда сложились хорошие и рабочие, и очень хорошие такие человеческие, добрые отношения. Спасибо Господу, что вы здесь с сестрами тоже присутствуете, мальчика. Спасибо Господу. Праздник. Слава тебе, Боже, слава тебе, Боже, слава тебе. Благодарю тебя, Господи Боже мой, конетрынумися грешного, но общикаря быть и святых твоих подобию все. Благодарю тебя, мне недостойно почистить и причесть, а только невеста дорог с подобием все. Но владыка, чем ли полюбче нас ради мира же воскресе, и даровал нам страшное все жертвующее таинство, о богодеяние священие души через наши, дашь быть и сил мне в исцелении души же тела, в однании всякого сопротивного в посвящении очи сердца моего, в мир душевных моих сил, веру не постыдно, в любовь нелицемерную, в исполнении премудрости, соблюдении заповедей твоих, приложение Божественной Твоей благодати, Твоего царствия присвоения, да во святыне Твоей теле сохраняем, Твою благодать вспоминай всегда, и чувства незрящих Твоих улица добро да неизреченную, и по всей истинной желания неизреченной веселье любящих ко Христе Божий наш, и Тебя боится Творю веки, Владыка Христе Божий Царю веков, и Садителю всех, благодарю Тебя по всех, где же меси подал благих, о причащении, причастии, распорядящих Твоих. Молю бы Тебя, блажен человек легче, что храни на подкровом Твоем весенних крылом, при даре чистой совестью. Даже на постыдником и бы издыхание мой, хватит же храни во воды мои, все составы живо в сердце, по болезни от всех призык решения, душу очисти, святи помышления, составы, подвернись ко смеху. И ныне блестные веки веков они, предстательство христиан не постыдные, когда ты сокрытвы не приложные, не блестные грешных мои не гласы, но при дворе, как благая на помощь, на свет, назовущих Ти, поскорее на молитву почисленного моления, представьте Спище Христа Богородица, чтущим Тя. Господи помилуй, 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 Господи помилуй. Мудрость Святая Богородица, спаси нас.
слово Божие, сущему дарую тебе речая. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресне во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святейший Владыка, благослови. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще раз поздравляйся. Святите праздник. Всем присутствовали. Удивительное событие, когда за такими священнодействиями, молитвами относительно небольшое количество людей собрано в таком месте не очень приметном, но на самом деле в духовном мире совершается, сегодня совершилось великое событие, появление нового храма. Будет совершаться бескровная жертва, проливаться кровь Христа снова в этих таинствах. И эта кровь будет очищать грехи нашего мира. Наш мир будет немножко дольше существовать, чуть меньше будет страданий, бедствий. Вот. Это смысл существования и вот этих действий, вот этой деятельности священнической. Священнодействия. Вот. И те, кто приложил к этому Богу, те, кто постарались в реализации этих планов, те, конечно, получат от Бога награду, все в той мере, в которой они смогли помочь. Вот. И на будущее те, кто, может быть, не совсем оцерковленные, но сегодня здесь присутствовали, должны сделать уроки, посмотрев и поучаствовав в этом событии, понять, насколько серьезна эта жизнь воцерковленная, то, что мы называем, насколько она нам нужна, вот, насколько она важна для нашей будущей жизни. Храни вас всех Господь, Мать пройти на трапезу. Пожалуйста, проходите.